нас. Энергия направлена к системам защиты. Хорошо. Первичное питание навигационной системы перенастроено. Слушай, не знаю, как ты, но у меня странные видения. Голова все еще раскалывается. Не знаю. Гляди там, баба, ладно? Че, нам назад, что ли? К некроморфам туда. Подожди. Так, открывай. Че пищит, а? Надоели. Стоп, а какой нам... А, вот теперь непонятно, смотрите-ка. Нам теперь вниз. На что там на третьем этаже? А, подожди, мы, наверное, на третьем. Точно, нам на второй. Точнее, были на втором, а сейчас, наверное, на первый надо будет. Еще узнаем. Лифт долгий, в натуре. И, кстати, вот карта, я так посмотрел. Она какая-то, видите, непонятная вообще. Что это карта? Я не знаю. Мы, наверное, это зеленая стрелочка, да? Перенаправить энергию к пушкам. Да, нам, походу, еще ниже надо. Конечно. Конечно. Давай. Всегда готов. Айзек, слушай, я тут нашла медицинские отчеты. Это биорекомбинаторы. Они заражают только мертвые ткани, а потом перестраивают клетки. Инфицирование мертвых клеток – первая фаза развития вируса. Потом, похоже, они пытаются снабдить себя новой мертвечиной. Та органика, которую мы видели на стенах, она часть общей системы. Что-то вроде организма, изменяющего атмосферную среду. Это интересно. Достаточно. То есть, получается, мы тут скоро станем превращаться в некроморфов, раз она сказала, что эта органика, она, ну, превращает в общую среду все что-то, да, превращается здесь. Блях, ты, вот смотрю, коридор огромный какой-то. Ёпки. Так, что тут есть, что? Нигде нет силового узла никакого. Вроде... Ой, а нам... А тут что у нас? Да быстрее. Кислород, наверное, тоже нет. А, нормально есть. Ну что, красавцы. Что там по силовым узлам? Один. Ну что, будем? Ладно, на обратном пути, если здесь будем проходить, то зайдем обязательно. А на обратном пути, чувствую, тут задница будет, потому что не зря тут кислород выбил. Выбило кислород. Зона нормального давления. Опять. Опа. Давай. Еще. И заряд. Ой, ой. Бешеный. Завались. Ну, на одного хватает этой пушки. Ну, в смысле, на двоих тоже хватит, но все равно низко. Мало объем. Маленький объем. Магазинчики. Что тут за пары? Пары. Какой-то зеленый свет. Нам в какую сторону-то хоть? Сейчас посмотрим, может, что насобираемся. Блин, вот эти чуваки. Вот с этих чуваков они оживляторы. Они оживлют. Но, по-моему, и насколько я помню... Да завалитесь! Дайте мне вот это вот. Насколько я помню, они даже могут оживить дохлых некроморфов. То есть, вот этих вот, которых я уже убил. Их, я хотел их вообще вверх садануть, но сами видите, есть прекрасное место для утилизирования. Ладно, ерундой занимаемся, ничего страшного. 3000 кредитов, нормально за них дают, кстати. Так, а нам прямо. Ну, тогда изучим вон ту дверь. Вот это вот, что тут у нас, наверное, тоже какой-нибудь склад небольшой такой. Да, но здесь, мне кажется, нас спокойнее оставят или оставят. Текстовое сообщение. Ну давай, журнал капитана. Так, прошло менее часа первого сообщения, а инфекция успела распространиться по всему кораблю. Сначала пострадала причальная палуба, где разбился челнок. К настоящему моменту мы потеряли почти половину медицинской палубы, четверть инженерного отсека. Все еще нет никаких новостей из грузового трюма и отсеки планетарной операции, что наводит на неприятные мысли. Такого я явно не ожидал. Все. Конец сообщения. Какие-то двери постоянно куда-то, я не знаю. О, да тут потайная комната. И самое главное, здесь можно от кого хочешь спрятаться. Здесь никакой вентиляции, никто тебя здесь не достанет.
Вот я же говорил, что на обратном пути верстачок замутим. С верстачком что-нибудь. Так, что нам дальше? Ой, блин, чуть не врезался в эту. Чуть не подлетел вверх тормашками. Да, нам прям дорогу показывают. Четкую. Так. Кто-то вылез, что ли? Мелкий опять? Такое чувство, что да. Не могу ошибаться. Да-да, кто-то там есть. А, вон он. Скриптованный, что ли? Да, давай. Ну? Блин, знаете, иногда даже можно ожидать. Точнее, ты его видишь, да, этого монстра, некроморфа. А как музыка появится, ты хоть его видишь и не видишь, все равно стрёмно. Такая музыка напряженная. Так, надо что-то включить. Что, гравитация? Система метеоритной защиты включена. Так, энергия у нас есть, но система прицеливания не работает. Думаю, перебит информационный кабель. Будешь управлять пушкой вручную? Воспользуйся лифтом, чтобы попасть на верхнюю палубу. Затем иди к шахте пушки. Задание добавлено. А что нам за задание добавлено? Пушку. С пушки долбить, да, он сказал? Включить лифт, перенаправить энергию к пушкам, уничтожить астероиды. Отлично. Все как всегда. Автоматика не работает. Приходится делать все руками. Все вручную. Ну, кто-то повылазил-то. Мне звуки, кажется, уже, наверное. А, ну да, мы же сейчас назад идем. Что тут написано? Тут, мне кажется, в любую дверь войди. Везде посторонним вход воспрещен. Удивительно, и пока что никого нет. Давай, верстак. Зона нормального давления. Давай, раз. Узелка, засадим куда-нибудь. Куда мы будем засаживать? Я даже не знаю, в X, может быть. В лазерную можно два раза объем качнуть. А тут нельзя перераспределить, кстати говоря. Да, ты как всаживаешь, так и всаживаешь. Объем. Что еще можно качнуть? Ну да, объем, в принципе. Давай, даже не знаю. Просто ни с чем пока, кроме плазменного резака, не играю. Давайте его качнем на максимум, наверное, потом другие будем. Ну просто как бы, знаете... Конечно... Уже четвертая, считайте, по-моему, глава или какая, да? А уже вон сколько, почти резак прокачал. Просто когда ты по одному зилку всаживаешь, да, в... Там, нам вверх, на какой этаж, по-моему, не знаю, на второй, наверное. Вот, по одному зилку всаживаешь, ты как бы не видишь разницы. Ну, как-то очень медленно все, долго кажется. Если сразу несколько... то эффект более заметный. Ну ладно, ну вот плазменный, да, заметил. Я достаточно... Я вижу, что скорострел прибавился, объем, как вы видите сами. Да, скорострел прибавился. Все, с него ничего не выпало. Подожди, а нам на третий этаж. Да? Нам же на третий? Да, на третий. Я так и знал. Я так и знал. Так, а это что такое? Это типа кто-то отмечался, кто во сколько ехал? Тест. Это какой-то тест. Нет? А, нет. Тест, что это значит? Я готов. Я всегда готов. Да, мы тут были. Туда-сюда, туда-сюда нас гоняют. А, двери открылись. А эту штуку надо запускать? Нет уже. Дверка, точнее. О, какой жесткий проход. Прям вот чисто
к лифту. К лифту. И еще какие-то шипы по бокам. Такое чувство, что это окно. И там день, там солнышко светит, ясный день. А это непонятно, видимо, какие-то лампочки, что там может быть. Давай. Открывай, что никак уже не вылазит. Ну давай, валим отсюда. Там нет вентиляции, ой, как мне нравится. Давай, поехали. Надеюсь, недалеко. Обалдеть, вентиляция. Две огромные просто. Два огромных пропеллера. Ну, кто тут? Выходи. Айзек, тебе придется выбраться на внешнюю обшивку, чтобы добраться до пушки. Загвоздка в том, что мы под обстрелом метеоритов, так что ищи по пути укрытия, или тебя размажет о корпус. Замечательно. Вот это, кстати, у нас очень много импульсных зарядов. Можно бросить один даже. Да, мы берем средний баллон. А, для чего я беру? Там он сказал, жопа. Там, походу, вакуум. И невесомость, наверное, еще к тому же. Ну, давай посмотрим, что там. Зона вакуум. Причем какой-то вход непонятный. Вверх. Зона невесомости. Самое главное, чтобы еще некроморфов не было. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Ой, бляха-муха. Только сказал, чтобы некроморфов не было. Погнали, погнали. Че, успею, нет? Не, наверное, не успею. Пока перезаряжусь. Хотя я бы успел. Я не вижу, сколько у него там секунд, сволочи. Давай быстрее. Все, нормально, бежим дальше. Успеем, нет? Должны, должны, должны. Пожалуйста, пожалуйста. А может быть, надо как-то этим? Это же невесомость. Здесь надо было, наверное, перемещаться через контур. Нормально, что ты дышишь так? Олег, очень. Да елки, скоро там. Да-да-да, еще чуть-чуть осталось. Так, за какой прыгаем? А, точно, слушайте, надо было... Блин, надо было так перемещаться, а я бегу что-то. Там же, видите, по бокам тоже укрытие есть. Сейчас так и сделаем, кстати. Только я ничего не вижу. А, обломки, да, вижу, вижу, все. Давай еще попробуем. Да, нормальная тема. Давай только быстрее. Пожалуйста, давай, 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 давай. Но здесь уже ничего не должен. Здесь никак, ну, не может удариться, мне кажется. Здесь вон крыша. Зона гравитации. Опасность. Тут. Тут ноль там. О, рубиновый. Ну, ты офигел, что ли? А как же я назад-то пойду? У меня же нет баллона больше никакого. Че кида? О, вот это надо перезарядить, да? Нет, никак. Все нормально. Так, будем записываться на обратном пути. Но надо и сейчас записаться. Чтобы сохраниться, мало ли чем. Бывает, знаете, да, бывает, бывает. Бывает, да. Ну что, садимся. Сейчас будем бахать. Хорошо, Айзек, ты на месте. Это пушка-генератор частиц, так что ты спокойно разнесешь любую цель. Следи за состоянием корпуса корабля. Если в него попадет слишком много каменюк, мы покойники. Я почти починил систему автонаведения. Просто дай мне еще немного времени. А хоть оно не перегревается? Какой звук? Уже завалюсь. Я же не слышно. Смотрите, благо с одного удара долбится. Это пока что, конечно. Наверняка там потом дичайше заметно. Огромные какие-то каменюки. Сколько там этих патронов? Вон, здорово. Конечно, это все так, ну, наивно, но в смысле. Блин, так и знал. Ну, ладно, будем большие долбить. Двумя ударами. Я имею в виду наивно. Еще минута, и все заработает. Я засек, слышь, ты тебя за язык не тянул. Ну, чуть-чуть даже не засек, например. Так, ладно, сейчас время.
посмотрим. Засечем немножко. Так вот, конечно же, такого количества астероидов не может быть. Ну, в смысле, может быть, но... Там что, целая галактика, что ли, этих астероидов? Почему именно... Я почти починил эту штуку, осталось совсем немного. Почему мы... Это я тут чинюсь уже. А почему мы именно на астероиде на эти летим? Смотрите, ни один еще не попал в корпус. Вот это я красавчик. Но даже если один попадет, ничего страшного не будет, потому что сами знаете. Слушай, негр, ты что там такое? Я уже тут это сам. Система автонаведения включена. Отличная стрельба, Айзек. Автоприцел подключен, он расчистит нам путь. Как только выйдем на нужную орбиту, я включу автопилот. Можешь возвращаться к транспортному туннелю, я встречу тебя на остановке. Давай, на автобусный там сидит, подожди. А, подожди. Стоп. Что я хотел сказать-то? Мы сейчас на обратном пути. Можем смело бежать, если не будет некроморфов. Потому что тут-то нету этих каменюк-то. Сейчас они уже нам не будут мешать. Правильно? Ну все, нормально, значит. Вот только вот эти твари нам мешают. Ну ничего, сейчас выживем. 50 секунд. Так, бежит. До свидания. Можешь полетать немного. Давай вот сюда. Это явно быстрее, чем бежать просто. Дальше куда? Туда куда-нибудь. Давай, полетели. Отлично. Дальше. Давай вот это. Сюда. Ну и все, добрались. А ты очкуешь уже, я смотрю. Задыхаешься. Но с каждой частью кислорода все больше становится. Второй побольше, третий вообще там до сотки, до 300, за 200, за 300 выходит. Ну, секунду. Зона нормального давления. А в чем отличие? Стойте! Айзек Хэммонд, вы не поверите. Что-то отравляет воздух в гидропонной системе и выделяет в атмосферу какую-то органическую дрянь. А я уже домой очень хотел скоро ехать, нам нечем будет дышать. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Думаю, там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айзек, иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Кендра. Я пока пойду в отсек гидропоники. Постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени. Давай, выиграй, чё. Да, вот, в общем, здесь смысл, как бы, локации игры, как бы, в том, что мы путешествуем по кораблю, то есть, практически по одним и тем же, по одним и тем же локациям, ну, по одним и тем же местам ходим, туда-обратно. Красавчик, давай, долби его. Что это за блевалка? Да что это такое? Тихо, давай, вот для чего нужна импульсная. Ты еще! Какая прочная, зараза. Ну все, с них ничего нифига не вываливается даже. Так, куда нам? Нам вниз, так, хорошо. Я не понял, так сегодня будет новая глава или нет? Ну, в смысле, вот сейчас. Куда нам там еще раз? Медицинская палма там какая-то. Что с карты, что-то не то. А, вот я спускаюсь. Да, нам сейчас... А, подожди, нет, нам сейчас к вагонетке. Ну, ништячок, что. Так, мне... Ну что, третья волна будет? Так, верстака там нет, да и у нас силовых узлов-то нет. Давай, открывайся. Загоним сразу все, что нам не нужно. Или наоборот, все, что нам нужно. Силовой пистолет, средняя, рубиновый. Продаем десятка, здорово. Есть еще алмазный, по-моему.
Так, почему стазисная батарея одна занимает два места? Раньше во второй части там три стазисные занимает одну ячейку. Это очень круто. Что у нас тут? Что тут? Тут все, больше ничего. Лазерный магазинчик. Ну и все, давайте что. Идем дальше. Да, ну да, они всегда тут нас напоследок. Я так и знал, напоследок встречают. Ох ты, блевун! Получается, во второй части блевона он как бы его просто преобразовали. Здесь он тоже был, только немного в иной форме. Это тот чувак, про которого говорил Хэммонд, что ли? Который, типа, в капсулу он его запечатал. Это он, что ли? Он, по крайней мере, похож. Там. Глава 4. Смерть неизбежно завершено. Мы находимся на носу корабля, кстати. Вот эти пушки, которые мы долбили. Понятно, почему они находятся здесь. Да. Так, а как называется эта глава? Что-то как-то быстро все загрузилось. Давай, Хэммонд, показывай свою рожу. Что-то как-то тут стрёмно. Ну чёрт! Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Ну да, все, как всегда, будут взламывать. Так, посмотрим, куда нам надо. Так, чё? Ни хрена карта. Ну, тоже такая нормальная. Получается, да как управлять-то ей? Так, это сейвы. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть стазиса, две штуки, два кислорода с левой стороны. Будем сейчас петлять, вилять. Так, там в одном месте дверь закрыта, мы могли бы там сократить немного путь. Далее верстак есть справа и магазин здесь слева. И еще вон там тоже вдалеке есть магазин, верстачок есть. Стазис, воздух, все отлично, понятно.